Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 2 марта, и я буду высаживать на проращивание клубни бегонии. Это покупные клубни бегонии. Я заказывала их в этом году. У меня есть на канале снятое видео о том, как я распаковываю посылку. И там очень все хорошо рассказано о том, какие именно сорта я заказывала. Я все рассказываю об этом. Ссылку на это я дам в описании. Кроме этого, я купила вот такие вот клубни бегонии в магазине в этом году, Пикатилла Эс Априкот. Должны быть очень красивые цветы, 20 сантиметров в диаметре. Ну, посмотрим. Значит, что хочу я сказать. Все клубни, как бы у меня, из тех, которые я буду высаживать, клубни, я разделила на клубни двух категорий. Вот есть у меня клубни, которые небольшие в диаметре. Вот такие, как эти, вы видите, диаметр их совершенно небольшой, 3-4 сантиметра. Есть крупные клубни. Поэтому по-разному я их буду высаживать на проращивание. Мелкие клубни, вот такие, они еще не проснувшиеся в основном. Здесь только видно, как бы, верхушки почек, но они еще хорошо не проснулись. Некоторые вот уже проснулись, но в основном не проснувшиеся. Они мелкие, и поэтому я решила, что я буду высаживать их по сортах вот в такие вот емкости. Каждая емкость подписана. На дне емкости дренаж из пенопласта. И сверху покупной грунт. Он очень влажный, как вы видите. Итак, каждая емкость у меня подписана. В каждую емкость я буду высаживать 5 вот таких небольших клубеньков, для того, чтобы они у меня хорошо проснулись и проросли. А потом в последующем я отсюда буду их пересаживать уже на постоянное место, в кашпо. Клубни, которые имеют больший диаметр, вот как эти, это клубни ампельных бегоний у меня. Я буду высаживать каждую в отдельный такой вот горшочек. Тоже на проращивание. И в этих горшочках они тоже у меня будут находиться уже до высадки. Горшочки, покажу вам, должны иметь дренажные отверстия и на дно пенопласт. Каждый горшочек у меня тоже подписан по сортам. Вот. И сложено все в такой вот ящичек пластиковый, что очень удобно. Что еще? Как вы видите, я уже добавила сверху вот это беленькое, это песок. То есть я при посадке всегда добавляю песок. Вот такой вот, видите, обычный песок. В этом году он у меня белого цвета. В прошлом году был обычный желтый песок. То есть значения не имеет. Для чего песок? Для того, чтобы клубни не загнили. Это уменьшает как бы процент загнивания клубней. Посадив клубни на такую вот подушечку из песка. Я так высаживаю все луковичные, не только бегонии. Я так высаживаю лилии, я так высаживаю тюльпаны, гиацинты. Все луковичные я сажаю на песок. И сажаю я также и бегонии на проращивание. Что же буду я делать дальше? Просто мы разложим вот эти вот клубеньки сверху на подушечку из песка. Легким движением мы просто будем вот так вот вдавливать. И так поступим с каждым клубнем. Здесь у меня 10 луковиц. Вот этого сорта бегония самба. Красивые постельного цвета бегонии должны быть, смесь. Они у меня здесь, я вот подготовила для них, видите, емкости. Емкости сразу же подписано. 5 штучек в одну емкость, 5 штучек в другую емкость. То есть принцип такой. Раскладываем бегонии вот сюда. Легким движением просто вдавливаем в грунт и не заглубляем клубень.
главное еще тоже рассмотреть, какой стороной клубень ставить правильно. Как вы видите, если вот так вот на клубень посмотрите, снизу он такой опуклый, а сверху более плоский. Здесь снизу отрастают корни, то есть это низ. И мы его вот так вот просто вдавливаем. Снизу песочек у нас. Опять же, это дно, здесь корни старые. Я их не обрываю никогда. Никогда таким не занималась. Вот так вот просто ставим их легонько на влажный грунт. Опять же, клубенек. Видите, корни снизу, сверху будущие почки. Вот так вот просто раскладываем. Вот тут уже есть маленькая почка, но их будет больше. Здесь есть много зачатков новых, видите, новых почек. И очень скоро эти почки, почуя влажную среду, слегка влажную среду, проснутся. Вот тут они так и будут у меня стоять. Я сейчас, сегодня именно поливать я ничего не буду. Итак, вот здесь тоже у меня самба, да? Бегония самба должна быть. Разложим до конца. Так я проделаю с каждой из бегоний этого сорта. Аналогично все остальные, которые вот здесь у меня, они тоже небольшого диаметра, я их посажу в эти емкости. Бегонии, которые имеют большой диаметр, покрупнее, 5-6 сантиметров диаметров, я буду высаживать в такие вот горшочки, на дне которых дренаж, как я вам показывала. Аналогично, вот так вот вдавливаем в грунт, следя за тем, чтобы клубень сверху как бы выглядывал из грунта. Нельзя его засыпать землей. Вот так вот просто вдавливаем сюда. Вот по сортам мы посмотрим и посадим все по сортам. Вот так вот. Вот. Сейчас я проделаю это все со своими клубнями и покажу вам, что получилось. Итак, дорогие мои друзья, я разложила все клубни своей бегонии. И выглядит это все вот так. Посмотрите. То есть хочу обобщить все, о чем я говорила. Для того, чтобы прорастить наши бегонии, выбираем емкости временные. Грунта не должно быть много, всего лишь немного. На дне обязательно должен быть дренаж. У меня это пенопласт. И дренажные отверстия. Здесь тоже есть дренажные отверстия в этих пластиковых емкостях. Маленькие клубеньки выгодно сажать вот в такие вот индивидуальные маленькие емкости. На дно каждой бегонии я положила песок. И так везде. Клубни, которые побольше, я сразу же сажаю в индивидуальные горшочки на проращивание. И в этих горшочках они уже будут у меня находиться дольшее время, до высадки в открытый грунт, в кашпо. Видите, выглядит все это вот так. Что же делаем дальше? Грунт мой был очень влажный. Клубни мои в основном не проснувшиеся. Я сегодня поливать ничего не буду. Клубни, видите, даже в сухом состоянии, они уже по чуть-чуть начали прорастать. Маленькие зачатки, есть уже бугорки, как бы будущих ростков, но их пока еще нету. Попав во влажную среду, эти бегонии сразу же начнут прорастать с большей силой. Поэтому влаги здесь много не надо. Достаточно будет влажности на первый момент, влажности грунта, который у нас есть. Надо просто поместить их в тепло. Очень хорошо поставить вот эти вот свои посадки где-то на веранду, на северное окно или на западное окно, но не на южное окно. Я поставлю это на веранде.
У меня там температура 15-18 градусов тепла. Хорошо температуру иметь 18 градусов для того, чтобы пробудить бегонии. И еще один момент. После этого у меня есть вот такой вот легкий целлофанчик. И все, выставив на окно вот эти вот посадки свои, я все сверху вот так вот прикрою таким вот легким целлофанчиком сверху. Под целлофанчиком будет у меня такая слегка влажная атмосфера, но я ведь не поливала клубни. Здесь нет много влаги, они никогда вам не загниют. Они очень хорошо вам прорастут и разбудятся в таких вот условиях, как предлагаю вам я. Слегка влажный грунт и прикрытые посадки сверху. Как только вы увидите, что ваши бегонии хорошо проснулись, уже есть почки, которые такие будут у вас отчетливо видны, вы снимете этот целлофанчик и начнете потихонечку поливать вот так вот вокруг. Только не сильно, а очень-очень понемножку. И эти ростки начнут по чуть-чуть увеличиваться. В этих вот горшочках мои бегонии будут находиться более длинное время, потому что здесь нормальная емкость как раз для каждого клубня. Здесь же, когда мои ростки будут приблизительно 1 сантиметр, я пересажу их с этих емкостей уже в кашпо, в которых они будут расти. То есть в этих емкостях они находятся у меня только временный период до достижения высоты приблизительно 1 сантиметра. А клубни бегонии Picatilla и Apricot, вот вы видите, они пролежали в теплом помещении, в комнате, без никакого грунта, просто в этой упаковке. И клубень проснулся сам. То есть, это уже другая ситуация. Здесь вы отчетливо видите, клубень тронулся в рост. Есть росток уже, который готов расти. Клубень уже не спящий. Его я специально вам хочу показать. Вот тоже в горшочки такие буду сажать. Также аналогично дренаж на дне, легкий питательный грунт, песок. Я его ставлю вот сюда, вот так вот вдавливаю. С той большой разницей, что я его полью прямо сейчас. Потому что здесь уже отчетливо есть росток, который готов расти. Но поливать надо очень осторожно. По краю и совсем чуть-чуть, то есть немного, по чуть-чуть увлажним землю вокруг, не попадая на клубень. И этот клубень я поставлю на северное окно, так вот увлажню, и поставлю на северное окно, не прикрывая его никаким целлофанчиком. Еще здесь вот досыплю чуть-чуть земли вот так вот, вот по краям, чтобы только верхушка клубня была наверху, а стороны его уже можно так вот хорошенько присыпать и легонько полить. Вначале чуть-чуть, по чуть-чуть, только все по чуть-чуть. Дорогие мои друзья, сегодня вы увидели, как я поступаю с бегониями, которые я купила, с покупными клубнями бегонии. Следующее мое видео будет о том, как я поступаю с теми бегониями, которые у меня уже были, те, которые после зимнего хранения, как я бужу свои бегонии после зимнего хранения. Спасибо вам огромное за всю вашу поддержку, за то, что вы смотрите мои видео. Большое спасибо вам за все. Я желаю вам удачи, счастья и всего самого лучшего. Пока-пока!